402 года этому дубку. Харьков, 25 августа 2019 год. Ты можешь себе представить? 402 года. Просто караул. Это вообще молоденькая, 1775. Подожди, какой 400 лет? 502 года. Господи, математик ты мой. Пойдем, сопли нам надо. 502 года. Это во время Великой Октябрьской социалистической его было ровно 400 лет. 502 года, какая жуть! Но мне понадобится какое-то время, чтобы в себя прийти после этой цифры. Я не думал, что... Ну что там, секвойя, да, дольше растет, дубы. Интересно, какое самое старое растение на Земле вообще. Ладно, пора уже по делам. Что это за пожарище еще? Лады.